Всем привет! Привет! Hello! Веселый мальчик, позитивный, он такой, знаете, расслабляет немножко, бдительность, сулит, типа, что у него больше план говорить, чем пить. Да? Знаешь, как-то шутки, позитив, здесь есть все. А я вот говорю, вот там же люди будут. Спеть будет. Давай, Питер. Я понимаю, он из Филиппин, и надеюсь все-таки, что его не выгонят в первом же этапе. Потому что как так происходит, что выгоняют очень быстро всех? Почему? А вот так мы знаем. Дальше ничего не сказать. Сейчас, сейчас. Я тоже так вот чувак. Смотри, а он же поет. На это шоу пойти? Не, потом. Потом? Да. Чуть-чуть подрастешь, да? Да. И будешь танцевать? Покажи, как ты будешь танцевать. Да не знаю. Давай так. Он как хочу. Не, он поет, а ты будешь танцевать. Там же, там не только поют, там и танцуют, прыгают, бегают. Я хочу просто поить. Потанцевать чуть-чуть? Нет, я хочу петь. Петь хочешь уже? Да. Ого ты. Ну потом. В общем, пока все очень, знаете, такой... Давай очень... я... Подожди, я скажу, когда. Хорошо? Очень строго, сильно, здесь нету каких-то супер там его скачков. Здесь все как-то бы в одном стиле. В сильном стиле. Давай нажимаем. Пробельчик. Сюда? Длинную кнопочку. Да. О! То, что он поет очень так бы в одной стезе, то он сразу же начал выплескивать множество колоссальной энергии. Начал вот начались эти скачки. Словно вот, знаете, качели, да, словно два человека на раз, ну, имеют разный вес, и вот туда-сюда, туда-сюда, все это скачет. Очень круто, очень сильно. То есть реально ядерная боеголовка, атомная электростанция взорвалась. О, мощь, да? Нажимай. Да? Да. Еще раз. А, нет, нет, все. Рада, что Маша так спела. Да, она, видишь, поддерживает его. Это неудобно. Что, неудобно сидеть? Да. Ну, садись вот сюда. А ты куда? Я здесь постою. Да блин, какой... Давай.
Вообще, именно, это был сюрприз, потому что вначале он как бы пел, но при этом ты не ожидал какой-то супер мощи, но затем он просто, словно, знаете, полностью расслабился, особенно вот слон, который был вечно на веревке, на цепи, да, прибитый там, знаете, на этот какой-то ломик. И теперь он освободился и побежал, побежал. Куда побежал? What do your neighbors say when you rehearse these types of songs? So high, you would think like a glass would explode. Yeah. В общем, парень тоже очень рад, он удивлен, что его хорошо приняли. Как я говорил, часто вот фильм... Это судьи. Вот говорит о том, пойдет мальчик дальше, или нет. Все. Все сказали да, поэтому поздравляю. Congratulations. Bye-bye. Очень мило, сам парень тоже очень милый, очень такой, знаете, спокойный, сдержанный, очень позитивный, от него хорошая энергия исходит, и он удивил, он по-настоящему удивил, я даже не ожидал, что он сможет спеть именно так, его лицо даже вот в конце, там, знаете, вот, было насыщено этими эмоциями, и он выдал конкретную бомбу. Извиняюсь, что я в таком положении, пока-пока. Надеюсь, мы его увидим. И до финала, надеюсь. Пока-пока. Пока. Bye-bye. Bye-bye.